the bass on the track, on my face to the back, like I'm taking a slap. I need a drink. Всем привет, друзья! С вами Купрум. Это у нас рубрика «Как оно первый раз». Ребятки, я выбил самую новую Лего. Ну, это вы видели в прошлом ролике. И вот быстренько снимаю на нее «Как оно первый раз». Я сейчас пробую для себя новый концепт в таком стиле, ну, такой стиль этот, чтобы за кадровым голосом этот озвучивать все происходящее. Вот. Сыграем мы в каждом режиме по бою этот. Вот. Получается, как всегда, начинаем с гемов. И вниз спускаемся, так вот по кругу идем. Заканчиваем ШД. Также сейчас еще и проходит пиявка шоудаун. Мы в него тоже сыграем. Ну, как вы видите, Амбер довольно слишком сильная такая имба, которая он за раз разносит двух противников одним заходом. Ну, по сути, у нее то, что вот этот такой урон, как у Поко, вот, у Тары, этот, что насквозь идет, вот это делает ее сильной. Да и урон в секунду слишком большой. Не знаю, зачем разработчики сделали ее такой имбовой. На момент снятия ролика, как бы, когда я играл, ну, это было, как только вышла Амбер. Это я ролик поздно этот монтирую. А так-то этот, сейчас ее пофиксят, она уже будет не такая сильная. Ну, мы, я думаю, еще запишем видео по поводу того, как ее пофиксят. А сейчас наслаждаемся тем, что есть. О боже, там меня убили, этот тиммейта. Это еще 0 кубков, это... Ну, как мне показалось, Амбер прям в гемах слишком хорошо заходит. Мне понравилось. Понятное дело, я звездный игрок. 9-я сила. Выходим, заходим в следующий режим. Brawl Ball. Поглядим, что у нас здесь получится. Ну, я уверен, что... Там тоже будет все хорошо. Так как с 9-й силой, ну, невозможно проиграть. Тем более, это Амбер уничтожает все вокруг. Все отлично, мяч в моих руках, я его веду и забиваю гол. Уголочек. У меня в команде Джин, Нани. Вот тут я... Немножко неправильно сделал то, что, ну, удержал слабую атаку. Ой, вернее, слабую атаку. А, обычную атаку, а мог бы с ульты зарядить, и уже был бы гол. Но отпустить там же так быстро не получится, и поэтому я не смог. Джин взял мяч, ведет его. Тут я уже воскрес, бегу к нему на помощь. Так, забираем Шелли. Остался один Поко. Вон там еще Пенни на подходе. И Поко легко умирает от моего огня. По сути, этот каточка так этот и идет на расслабоне. Ничего сложного в этом не вижу. Персонаж довольно хорошо себя показывает. Прям уж слишком таки. В конце, ребят, я вам покажу, как я Амбер этот быстро проапал. Ну, вы просто увидите нарезочку там, как кубки добавляются. Ну, это будет в последнюю минуту этот в конце ролика.
В общем, последняя минута видео. Где-то так. Дальше идем в осаду. Единственное, в каких режимах это мы ее не увидим. Баунти и хейст. Ну, она и так слишком хороша. На таких кубках тут любой режим этот выиграть можно. О, сразу двоих. Рикошет и кольт в минусе. Вообще супер. Ультой я не особо научился пользоваться. Ну, это дело времени. За раз этот всему не научишься. А вообще, какой большой минус этого персонажа, то что если вы будете играть за Амбер, а потом переключитесь за обычного персонажа, вам будет крайне сложно обратно играть за персонажей, которые по стандарту стреляют. Потому что тут вы все время удерживаете кнопку, не надо как бы такого цель наводить. А вы просто удерживаете атаку и все. Вот, так что, ну, переходить этот с нее на другого персонажа, это крайне непривычно. Но в целом персонаж очень хорошо себя показывает. Мне нравится. О, меня убили, ничего себе. Так, и кто тут у нас звездный игрок? Конечно, я. Как же без этого? Идем дальше. Дальше у нас режим Hot Zone. Да, и потом ШДшечка. Погнали. В горячей зоне новая карта. Ну, как бы я на ней раньше не играл до этого. Меня чуть ли не убила Джеки. Все, мы в кругу этот. По сути, этот круг захвачен, этот. Досталось защищаться и все. Будет победа. Пассивочку бы еще на Амбер. Она этот довольно классно для 3 на 3 особенно. Что можно за раз бросать две ульты. Вот. Весь бой мы не отдаем противникам нашу зону. Все контролируем в игровое поле. В целом нормально получается. Ребят, ну а вы также не забывайте написать в комментариях, как вам заходит такое этот качество контента, этот, ну, вид этот, видео этот. Что какое в дальнейшем мне как оно снимать такого плана, либо по-другому. Я вообще планирую начать снимать обзоры на персонажей. Ну, об этом уже в дальнейшем. Сейчас я не готов об этом сказать. Все, мы победили. Опять же, я звездный игрок. Все элементарно просто. На такой имбе играть это... прям уж слишком легко. Пойдем в ШД. Сразу же. Первая карточка запускается. О, эта карта, помню такую. Старенькая карта. Давно ее не было в игре. Сразу рикошета в минус. Он не ожидал такого поворота. Вот у нас уже имеется 3 банки. Неплохое начало. Сразу же забираем Тика. Имея 6 банок. Тут нас поджидала Джеки, которую мы тоже забрали. Вообще не составляет большого труда этот кого-то убить, используя Амбер. Хотел здесь подпалить баночки, но... не получилось. Немножко. Ну, в итоге пришлось подойти, и уже тогда подпалились они. Все, у меня 13 банок. Тут
100% победа. Wi-Fi меня только подводит. Вот это проблемка. И Карл заслуживает второе место. Я его сношу. Топ-1 плюс 10, 42 кубка. Осталось сыграть пиявку, и в конце я вам покажу нарезку кубков. Увидите, сколько я кубков получу. В общем-то. За, по сути, день, по-моему, я эти кубки набрал. Или 2 дня, не помню. В сутки прошли, вот. Я эти, такое количество кубков набрал. Нормально, Джеки забрал. Вообще не знаю, что здесь Джеки забыло в таком режиме. Тот же бык. Ему здесь не место. Амбер, этот, я не знаю, от нее не уйти. Всех зажарит. На момент записи, то есть не записи видео, а вот озвучки этого видео, я уже знаю, какая будет пофикшенная Амбер. Она прям станет слишком плохой, что даже не хочется об этом говорить. Все будет слишком печально. А на данный момент наслаждаемся видео тем, что есть. 52 кубка на Амбер готово. Теперь смотрите небольшую нарезочку по тому, как мне начинают прилетать кубки. Вот, раз плюс 10, уже 136. Еще раз плюс 10, плюс 146. Еще 100 старок заработали. Плюс 7, 160, 3 кубка. Нормально. И этот финалочка, плюс 8, 503, плюс 71 кубок. Я тут долго не выходил. И 503 кубка, 9 уровне Амбер. Теперь у меня на общем количестве кубков 18к. Сейчас тут этот выберем котлету для следующего видоса, как она первый раз. Ну а на этом мы с вами прощаемся, не забывайте писать, как вам зашел этот видос. С вами был Копрум, всем удачи и пока. До новых встреч, друзья!